Холмс, где его черти носят. Где ты, чертов Шерлок Холмс? Сколько же времени? Девушка, а вы не подскажете, который час? Ах, извините, у меня, к сожалению, нет часов. Извините, пожалуйста. Послушайте, мисс, а как ваше имя? Меня зовут Элизабет. Элизабет, какое прекрасное имя. У вас такие очаровательные глаза. Спасибо. Спасибо большое. Большое спасибо. Я слышала, вы упомянули Шерлока Холмса. Вы его знакомы? Знакомый? Да его лучший друг. О, боже мой, не может быть! Конечно, я не то чтобы лучший друг, я его компаньон. Не может быть! Какая прелесть! По сути дела, он в нашем сыскном деле, в нашем бизнесе занимает второстепенное место. Все веду я здесь. Значит, вы расследуете преступление? Конечно! О, я расследую преступление, да. Позвольте представиться, доктор Ватсон. А, очень приятно с вами знакомиться. Такой интеллигентный молодой человек. Простите за неудобный вопрос. Вы случайно не женаты? Я? Нет, 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 нет. Я совершенно свободен. Поэтому, знаете... Ватсон! Так бессовестно лгать можете только вы! Нет, вы только подумайте! Не женат, я все расскажу вашей жене! Ватсон! Вы понимаете, это бессовестная лгать! Это бессовестная ложь! Бессовестная! Это я виноват перед вами, конечно же, виноват, но... Позвольте... Обманывать невинную девушку, Элизабет! И самое главное, свою жену так, сказать, позвольте... не женаты! Позвольте, а с вашей стороны что это было? Это актерская игра, между прочим. Вы ведь даже не догадались. Конечно. А вы знаете, если бы вы были немножко более женщиной, то может быть, ну совсем женщиной, может быть, как-нибудь, забудьте. Я все равно все расскажу вашей жене! Ha ha ha!
поправь их немножко, они у тебя слетели. Чуть-чуть ровнее, да. Ничего, давайте. Кадры хорошие пойдут. Да, да, да.